27 мая Евгению Михайловичу Панову исполнилось бы 62 года. На спортивном турнире его памяти собрались команды горок Ленинских, Молоковского, Володарского поселений, а также совхоза имени Ленина и города Москвы, на стадионе, инициатором строительства которого и был Евгений Панов. Я тогда говорю: слушай, Евгений Михайлович, какое ты искусственное покрытие. Ну, нет, вот с Павлом Николаевичем все говорят, это будет первый настоящий стадион с искусственным покрытием. И он будет здесь, и он и есть. По сложившейся традиции внукам Панова, а у него их семь, были переданы подарки. На закрытие турнира приехала и вдова Панова, Людмила Григорьевна. Финальные игры проводятся в течение всего дня. И первыми прошли встречи по мини-футболу среди младших команд. В финальный этап у нас пробилось 4 команды. Это команда «Носороги», поселок Володарского, команда «Горки Ленинск», команда «Молоково» и команда «Пиранья», совхоз имени Ленина. Всего у нас 3 детских категории. Это 2007-2008 год рождения, 2005-2006 год рождения и 2003-2004 год рождения. Команда Молоковского поселения принимает участие в турнире памяти Панова второй раз. В прошлом году они вышли победителями, да и на этот раз ребята приехали за первым местом. У нас команда сильная, много забивают, сильные удары, сыгранные очень все года. Уверены в силе своей команды и маленькие спортсмены футбольного клуба «Пиранья». Она сильная, слаженная, дружная и добрая. А вы как, рассчитываете сегодня на победу? Да. Футболисты только делают первые шаги в большой спорт, но тренеры не дают ни секунды расслабиться и строги к своим подопечным. Стоим! Что за стенка дырявая? Вот так, а пойдем класс. Евгений Панов стремился к развитию спорта в поселении. И такие массовые состязания, без сомнения, были бы только одобрены им. Всю жизнь мечтал сделать так, чтобы молодежь была занята, чтобы меньше было у них свободного времени и чтобы они, соответственно, увлекались спортом. В этом турнире были представлены мини-футбол, настольный теннис и волейбол. А в следующем году в планах организаторов ввести такую дисциплину, как баскетбол. Екатерина Чернышова, Евгений Петров, Видное ТВ.